Регулировка. При входе в данный режим регулировки отображается главный вид, который содержит все регулируемые параметры. Выберите один из частных видов, чтобы на экране отобразились только необходимые вам параметры. При этом будут отображаться крупные цифры и шкалы регулируемых параметров. Чтобы сменить вид, нажмите на кнопку «Сменить вид». Например, для отображения параметров только по переднему мосту автомобиля выберите «Передний мост». Затем выберите все параметры, чтобы на экране одновременно показывались данные по схождению, развалу и продольному наклону шкворня переднего моста. Чтобы на экране показывался только развал, выберите «Развал». Под заголовком параметра находятся три числа – минимальное, среднее и максимально допустимое значение. В заголовке присутствует буква «L», если это данные для левого колеса, и буква «R» для правого колеса. Ниже расположено значение регулируемого параметра. Оно показывается зеленым цветом, если значение находится в пределах нормы, и красным, если не в норме. Если нормативы отсутствуют, то число показывается черным цветом. Для развала и продольного наклона шкворня также отображается разность между левым и правым колесом. Среди доступных видов следует выделить 2D-режим. В нем отображаются все параметры переднего или заднего мостов без трехмерного отображения шасси. Между задним и передним мостом переключение осуществляется кнопкой «Сменить параметры». Существуют случаи, когда для регулировки необходимо поднять автомобиль и вывесить его колеса. Для регулировки в таком случае нажимаем на кнопку «Вывешенные колеса». Нажимаем на кнопку «Далее», после чего поднимаем автомобиль. Еще раз нажимаем кнопку «Далее». Программа возвращается в режим регулировки. При этом в верхней части экрана отображается индикатор, показывающий, что мы находимся в режиме «Вывешенные колеса». Чтобы выйти из этого режима, опускаем автомобиль и нажимаем на кнопку «Выйти из режима «Вывешенные колеса». После завершения регулировки обязательно проводим повторные измерения. Результаты сохраняем как «После регулировки».